Ребят, всем привет! Это у нас рубрика «Ремонт, прошивка подписчику». Это значит, у нас тут должен быть, насколько я помню, Xbox 360 Jasper, фаточка. Прислали в Свердловской области, 2800 примерно от меня километров. Вот, ну давайте все как всегда, вскроем ее, посмотрим, что там за Xbox и будем прошивать. Так, замотано добротно, 3 часа я ее распаковывал, ну вот, это хорошо. Значит, Jasper, фаточка, давайте первым делом мы ее включаем и проверяем. Так, ребят, тут, значит, ситуация такая. Пытались на него делать фрибут, что-то пошло не так, не получилось. Потом вернули обратно NAND, и он показал код ошибки. Код ошибки, ну, вернее, три красных огня, да, кольцо смерти. Код ошибки неизвестен, по-моему, я уже точно не помню. Как со слов хозяина, значит, просто... притянули болты на процессорах, типа посильнее затянули, и она включилась. Но почему-то мне кажется, то, что не в этом проблема, хотя я могу ошибаться, и мы сейчас ее разберем, и она опять нам покажет три красных огня. Вот. Поэтому заранее всегда людей предупреждаю, то, что на фатке никаких гарантий мы не даем. Ну и так человек меня уже предупредил, то, что там, возможно, какие-то проблемы, значит, неизвестно с каким процессором, ГПУ, ЦПУ, вот, потому что код ошибки мы не знаем, вот. Так что давайте приступать, разбирать, будет интересно после разборки и после того, как мы болты расслабим или вообще их уберем, да, вытащим полностью материнскую плату, включим и посмотрим, вообще ли она включится или нет. Давайте, погнали. Итак, ребят, промежуточная у нас проверка сейчас будет. Мы после того, как вытащили плату, расслабили, так скажем, прижим, болты убрали. Проверяем, включится ли она у нас. Да, приставка у нас, значит, включилась, работает. Есть у меня такое предположение, то, что тогда, когда вылезли красные огни у человека, это был какой-то программный сбой. Такое у меня пару раз бывало, то есть что-то был какой-то программный сбой, и потом она включилась. Вот, возможно, у человека то же самое, и те красные огни, то, что он показывал, просто вызвано было каким-то сбоем. Вот, и я не думаю, что проблема в отвале чипа какого-то, либо ГПУ, либо ЦПУшного, да, нашего, вот. Поэтому просто продолжаем сейчас, значит, ставить RGH3, ну и будем тестировать ее. Давайте, погнали.
Так, значит, у нас все получилось. Так, то, что сейчас кулеры загудели, это у меня только во фристайле тут просто выставлено. В окончательной версии они шуметь не будут, будут по дефолту. Сейчас быстренько скинем Аврору, давайте. И поставим игру FIFA, чтобы она поиграла минут 10, потому что фатки всегда нужно проверять. Потому что резисторы... Ну, я вот сейчас поставил 18 килоом, как бы с ним, по-моему, никогда проблем не было. Вот. 22, 20 бывают зависания. Вот. Я их уже давно вроде не ставлю, только вот на 18 килоом. Кому интересно. Поставил. Так, даем поработать приставке 15-20 минут, если за это время не было никаких зависаний. Это как раз проверка и наших ЦПУ, ГПУ, и проверка нашего резистора. Если за это время все нормально, ничего не зависло, ничего не глючит, собираем, отправляем обратно. Так, ребята, протестировал, собрал приставку, значит, после того, как я собрал приставку, пару раз было такое, то, что я ее включал, и она не включилась, где-то 2-3 раза, сразу после того, как я ее собрал. Потом на четвертый раз она включилась, и больше такого не было. То есть при RGH и третьем такое иногда бывает, то, что вы можете включать приставку, она не включится. Значит, установил я Аврору, сейчас в подарок закину еще 2-3 игры. Вот, и на этом все. Приставка полностью рабочая. Запакую, отправлю обратно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!